Мы прочитали, что это оторвался тромб. Все может быть в жизни. Но я думаю, что это судьба. Ну вот честно, не там, никакие политические там, ну, нет. Я думаю, что, ну, блин. Ну, очень жаль. Вот такая шок и очень жалко. Семью жалко, ну, молодой мужчина, жить и жить. Я считаю, что с противниками нашей страны надо расправляться. Чем быстрее, тем лучше. А слава нашему, как бы, миру, свободе и нашему президенту. Ну, как обычная реакция человека, когда другой умирает, тем более в тюрьме. Это не есть хорошо в замкнутом пространстве, ограниченный, без семьи, без жены. Конечно, это, ну, можно только посочувствовать ему, что так не должно быть. Я не знаю. Все равно мы всей правды не знаем, как там и что случилось. Вот. Поэтому, ну, реакция, конечно, отрицательная. Вообще, да, ожидаемо, наверное. Ну, потому что по новостям вообще передавали, что там его в каких-то таких неблагоприятных для жизни условиях содержат. Тоже оторвался тромб, мы вот сейчас только увидели в интернете. Но ничего такого, так сказать, он такой же человек, как и все. Но я не знаю, это, в общем, если бы он не был настолько популярен, что называется, и то, в общем, я скажу, что популярность такая одиозная. Ну, умер, ну что делать? Но я не думаю, что к этому кто-то приложил какую-то руку. Абсолютно.